Здравствуйте, дорогие любительницы шитья. Здравствуйте, дорогие любительницы вязания. Здравствуйте, дорогие любительницы просто шикарного рукоделия. Шикарного, потому что сегодня я вам буду показывать очередную шикарную вещь, которую я подарила себе с помощью магазина «Швейный мир» к 8 марта. И это действительно фантастический, революционный подарок. Потому что вуаля, я представляю вашему вниманию швейную машину Baby Lock Ovation. Это действительно революционная машина, которая переворачивает абсолютно все ваше представление о шитье и о рукоделии. Эта швейная машина Baby Lock Ovation позволяет получать цепочные строчки, закрывающие строчки, оверлочные швы, плоскошовные, а также, что несомненно не может не вызывать восторг, эйфорию, невероятное наслаждение и каждый раз удивление, удивление и восторг, это эксклюзивная система подачи нити, запатентованная система подачи нити, которая абсолютно не требует сложных регулировок натяжения. Все петлители могут быть, вы только вдумайтесь, они могут быть заправлены одновременно или индивидуально. Самый первый оверлок, который у меня был, это вот такой небольшой китайский оверлок. Как я поначалу люто его ненавидела, я вам даже передать не могу. За то, что для того, чтобы заправить нить в петлители, нужно было буквально извернуть пальцы и руки буквой «Зю». Это было настолько неудобно, что если, не дай бог, в петлители рвалась нить, это было целой трагедией. Теперь вместе с Baby Lock Ovation заправка нити представляет собой фантастически быстрый, приятный, неимоверный просто процесс. Я вам с удовольствием сейчас это все покажу. Baby Lock Ovation позволяет выполнять абсолютно совершенные строчки и нитками любого типа. Но она может шить и ткани любого типа, что особенно актуально, особенно для тех, кто занимается таким видом рукоделия, как вязание. Те, кто в своем вязании используют машины, такие как оверлоки, коверлоки, плоскошовные машины. Я думаю, что не раз вы сталкивались с тем, что ваша машина не дает настолько идеальную строчку, как вам бы того хотелось. С машиной Baby Lock Ovation вам больше не придется угадывать требуемые регулировки натяжения. Ткани и нити, которых раньше на других машинах вам приходилось избегать, а некоторым до сих пор приходится, и мне приходилось, теперь абсолютно не представляют никакой сложности при шитье. Так как на этой чудо-машине можно абсолютно одинаково работать со всеми их видами. Если вы, как и я, стали счастливой обладательницей, или только собираетесь стать счастливой обладательницей Baby Lock Ovation, то возможности творчества вашего моего просто абсолютно безграничное. И время, затрачиваемое на шитье, используется с гораздо большей эффективностью. Впрочем, как и на вязание. Потому что, конечно, приобретая машину Baby Lock Ovation, в первую очередь я, конечно же, думала о вязании. И о том, насколько она расширит диапазон того, что я могу сотворить. Если вдруг кто-то из вас в преддверии 8 марта все еще не успели выбрать себе подарок, и вы все еще сомневаетесь, то, возможно, это мое видео поможет вам определиться. Потому что если только вы можете себе позволить это чудо Baby Lock Ovation, если только вы любите шикарное рукоделие, как и я, именно это то, о чем вы мечтали. И даже если вы до сегодняшнего дня не знали, что вы мечтали именно об этой помощнице, красавице и волшебнице, то, увидев,
Что умеет эта машина, вы совершенно точно будете знать. Я хочу это. И магазин «Швейный мир» вам в этом поможет. Указывайте в комментариях промокод Лорейн или при звонке менеджера. Получайте приятную скидку на покупку этой машины и наслаждайтесь, творите, творите, творите. И пусть ваше творчество, как и мое, не знает границ. А теперь я вам предлагаю рассмотреть, что же умеет эта чудо-машина. Я вместе со своей командой запланировали серию видео по этой красавице, потому что действительно, настолько у нее много возможностей, настолько много чего она умеет, что показать их в одном ролике, ну, просто не представляется возможным. Ну, дорогие друзья, вот моя новая красавица. Я вам уже говорила о том, что она очень удобна. И даже если вы не умеете шить, учиться шить с ее помощью, с помощью Babylock Fashion, настоящее удовольствие. Здесь все очень-очень просто. И вам не потребуется никакое специальное обучение. Все держатели для катушек подписаны. Chain Needle 1, Chain Needle 2, Chain Needle 3. Overlock Needle 1, Overlock Needle 2, Upper Loop, Lower Loop, Chain Loop. Вот эти три нити предназначены для плоских швов. Они пронумерованы, и при заправке в иглу вы никогда не ошибетесь, потому что для каждой своя бороздка. Сейчас мы это с вами и проделаем. Overlock Needle 1 и Overlock Needle 2. Я думаю, что все понятно. Это оверлочные. Первая игла и вторая игла. И тоже запутаться невозможно. Два петлителя для цепного стежка нити. Обратите внимание на стоечку нитеводителей. Они тоже все пронумерованы. Chain Needle 1, Chain Needle 2, Chain Needle 3, Overlock Needle 1, Overlock Needle 2, Upper Loop, Lower Loop и Chain Loop. Вот такие щеточки расположены в нитеводителях, благодаря которым нить никогда не выскользнет из нитеводителя. И они создают дополнительное натяжение. Первый шов, который я хочу показать вам, это восьминиточный шов. Она оснащена двумя рычагами для поднятия лапки. Первый, который расположен впереди на корпусе машины, в отличие от большинства оверлоков, коверлоков и плоскошовных машин, у которых этот рычаг расположен сзади. Рычаг на Babylock Fashion расположен впереди. Кроме того, Babylock Fashion оснащена коленным подъемником лапки, что, несомненно, очень удобно во время шитья, когда вам нужно удерживать ткань и неудобно ее отпускать. Вы с легкостью, с помощью коленного подъемника поднимаете лапку и поворачивайте ваше шитье в нужном направлении. Еще хочу обратить ваше внимание на очень удобный ящик для принадлежности, который расположен просто вот здесь. Он надежно защелкивается, и мы его открываем. Как я говорила, шьют это чудо совершенно любыми нитями. И в отличие от большинства оверлоков, где заправка нити, порядок заправки нити имеет огромное значение. И зачастую, если вы не в том порядке начнете заправлять нить, машина вообще не будет шить. С Babylock Fashion этого не произойдет. В
каком порядке бы вы не заправляли нити, машина будет шить. И посмотрите, мы через эти щетки пропускаем через соответствующий нитеводитель. Сзади выводим нить, достаем. И посмотрите, насколько удобно и продумано. Мы опускаем ее в соответствующий паз. Следуем инструкции. 1, 2, 3. Вот он, 3. Пропускаем. И это наши плоскошовные иглы. Посмотрите, с какой легкостью открываются крышки машин. Мы их откидываем для удобства. И заправляем нить. Первая нить заправлена. Приступаем к оверлочным нитям. Опять же, следуем инструкции. Overlock needle 1. Overlock needle 1. Далее. Вот сюда. Услышав характерный щелчок, движемся дальше. Посмотрите, здесь везде есть указатели. Overlock needles 1. Заправляем. Движемся далее. И все. И точно так же вдеваем нашу нить. Вторую оверлочную нить. Через overlock needle 2 прокладываем. Посмотрите, как просто. И абсолютно вам не нужна инструкция для того, чтобы заправить нити. Инструкция у вас перед глазами прямо на машине. Проводим и заправляем. Кроме того, я потом с удовольствием вам покажу еще один момент. Те из вас, кто сталкивались с коверлоками, а у меня есть дома коверлок, я уже вам неоднократно его показывала, сталкивались с тем, что очень долгая перенастройка с оверлока на плоскошовную машину. Здесь мы с вами рассмотрим, насколько это быстро, буквально мгновенно и удобно. Ну, а теперь приступим к заправке петлителей и нити для цепного стежка. Посмотрите, пожалуйста, вот расположен рычаг. Во время шитья этот рычаг стоит на отметке surging. Для того, чтобы выполнить заправку петлителей, вам нужно переключиться в положение threading. Переключаемся. Обратите внимание вот на этот механизм. И сейчас мы с вами рассмотрим механизм автоматической заправки нити. И вы увидите, какое это чудо. Переключаемся. Начинаем вращать маховое колесо на себя. Внимание. Оп. Произошел щелчок. Вы видите, механизм пришел в движение и соединился. И теперь ваша Baby Lock Ovation готова к заправке нити. Начинаем мы с абсолютно любой нити, например, аппалупы. Взяли мы с вами эту нить, проводим, вытаскиваем на определенное количество сантиметров и берем следующую нить lower loop в соответствующий нитеводитель, характерный щелчок,
вытаскиваем нить. И теперь chain loop. Сюда. 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 И вытягиваем. А теперь мы с вами будем ожидать чуда. И чудо произойдет. Можно заправить все три нити одновременно. Конечно, вы это сможете с легкостью сделать. Но чтобы вам было хорошо видно и понятно, как происходит процесс, давайте я вам покажу по одной. Все, что вам нужно сделать, это не нужно теперь никаких сложных движений. Мы погружаем кончик нити в отверстие АП-лупа и нажимаем на кнопочку. И все. Вот она. Вот она ваша нить в верхнем петлителе. Когда я увидела это впервые, я точно знала, что я хочу только эту машину и никакую другую. Ну а когда я это проделала сама, следующий и нажать на кнопку. Следующая нить в вашем следующем петлителе, в нижнем. И вводим третий кончик нити. Нажимаем. Все. Готово. Теперь нам остается перевести рычаг в положение сёджин. И мы с вами готовы к шитью. Правда же, это было очень легко и очень быстро. Этот рычаг оставляем в положении up. Для нашей строчки из 8 нитей. Вот так легко убирается нож. Стоит всего лишь повернуть ручку. И замок закрыт блок. Поворачиваем ручку, и нож снова в работе. Закрываем обе крышки, и это можно сделать одним движением. Кроме того, ваша Babylock Ovation оснащена обрезчиком нити, что очень редко бывает на оверлоках и коверлоках. И мы с легкостью обрезаем ненужные нити. Babylock Ovation умеет делать еще и волновые строчки, к которым мы с вами потом подойдем, и вы увидите, насколько это красиво и насколько эти декоративные строчки могут украсить ваше изделие. Вот такие шпаргалки, которые идут в комплект к вашей красавице. Вы помните, я вам говорила о том, что если вы, у вас еще нет навыка в шитье, и для вас кажется очень сложным запомнить огромное количество строчек, а если вы еще относитесь к тем, кто вообще не любит читать инструкции, с помощью вот этой шпаргалки можно выполнить все то, что здесь рекомендуется, и выполнить ваш первый шов, второй шов, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тридцатый и тридцать первый. Вы представляете? 31 разновидность шва. Все 5 игл в работе. Давайте представили, что мы чайники и не хотим читать инструкции. И не надо. Устанавливайте краткое руководство по заправке машины и по строчкам перед собой и делайте то, что здесь написано. 5 игл установлены. Готово. Селектор верхнего петлителя up. Ширина строчки 7,5. Вот у нас ручки выбора ширины строчек. 7,5 выбрали. Длина строчки нам рекомендуют от 2,5 до 4. Ну, давайте выберем 3. Вот он, селектор строчек А. Дальше, селектор волны.
Оверлок. Wave – это волна, волновые строчки. А мы выбираем оверлок. Натяжение нити от 4 до 6. И мы с вами давайте выберем средние 5. Натяжение цепного петлителя нити. Ковер. И вот эта ручка выбора. Мы выбираем ковер. Положение ножа вверху. Нож у нас вверху. Крышка должна быть закрыта. Вспомогательный петлитель. Вот он. Отброшен назад. В модели коверлока, который у меня есть дома, это достаточно неудобная процедура. Эта маленькая деталь снимается и надевается отдельно. Я ее частенько теряла. Здесь этот вспомогательный петлитель. Вот он находится на пружине. И мы его отбрасываем назад. Отбросили назад. Получается, все, наша машина заправлена и готова к шитью. Ну что ж, смотрите, я намеренно взяла сложную ткань. Это подкладочная ткань, совершенно не эластичная. А все те, кто шили вот именно вот эти подкладочные ткани, вы знаете о том, что машины к ним довольно-таки капризно относятся. К ним нужно тщательно подобрать иглу. Что я вам еще хотела показать? Очень удобная регулировка скорости шитья. Если вы только учитесь шить, а когда я училась шить, я помню, я боялась каждого шага. Я боялась нажать педаль, что она будет слишком быстро. И вот здесь для тех, кто только учится шить, есть самая низкая скорость шитья, которую вы можете использовать не только если вы только учитесь шить, например, еще и на сложных тканях. Поднимаем нашу лапку ногой, что удобно, если мы ничего не приметывали. И это здорово использовать коленоподъемник, потому что мне нужно было двумя руками удержать ткань, и мне неудобно было переключаться. И начинаем шить. Вы видели, я выбрала белые нитки и темную ткань для того, чтобы вам было хорошо видно. И вот, посмотрите. Вы видели, я никаких каких-то специальных настроек не делала. Я просто, как самый настоящий чайник, взяла просто вот эту шпаргалку и выставила настройки по этой шпаргалке. И мы с вами с легкостью шьем сложную достаточно ткань. Когда вы почувствовали себя более уверенно и убедились в том, что все хорошо, вы можете переключиться на среднюю скорость шитья. Кроме того, скорость шитья вы можете регулировать и усилием нажатия педали. Обрезаем наш шов и любуемся полученным результатом.
И вы посмотрите, и это без каких-либо специальных настроек. И это без замены иглы на более тонкую для подходящего к этому типу ткани. И вы посмотрите, насколько красивая, идеальная строчка. И это была 8-ниточная строчка. Ну что ж, дорогие мои друзья, я вам сказала, что только 31 строчка в этой вашей шпаргалке. Я с удовольствием покажу все строчки. И плюс обязательно покажу, каким образом и какие чудеса можно делать на вязаном трикотаже с помощью Baby Lock Avation. Как на Baby Lock Avation легко шить шерстяными бобинными нитями. Как красиво можно выполнять различные соединения. И все это ждет нас с вами впереди. Обещаю вам серию видео с возможностями Baby Lock Avation. Ну, а с вами была я, Лорейн, и не забывайте, что магазин «Швейный мир» – ваш надежный партнер при выборе оборудования, надежного оборудования, потому что магазин «Швейный мир» является официальным дистрибьютором этой замечательной техники. Спрашивайте Baby Lock Avation в интернет-магазине «Швейный мир» и по промокоду Лорейн получайте приятную скидку-бонус на эту покупку. А если вы еще все-таки не успели приобрести себе подарок 8 марта, то это действительно королевский стоящий подарок для настоящих шикарных королев.